Ишь, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в нападение мутантов пузырей. Мы сейчас в данный момент, ребята, находимся на военной базе, после того, как мы сожрали всякие вертолеты, танки этих военных. Теперь, видите, мы должны, видимо, сожрать и всю базу целиком. И в новостях сказали, что вот, как называется, генерал решил атаковать этого блоба, этого пузыря с помощью ядерной ракеты. Пришел этот генерал и говорит, типа, зачем вы это сказали? Какое право вам было дано, чтобы об этом говорить? Ой, что-то вообще, ребят, мы уничтожаемся легко. Смотрите, нас, кстати, очень легко убить с помощью огня. Я не думал, что блоб настолько подвержен термо. Настолько термо неустойчив, вот так вот сказать. Опа. Так, чекпоинт. Хорошо. О, сколько вкусняшек, смотрите-ка. Все, сейчас вырастим по-быстренькому. На. И здесь это заберем. Вот и все. Вот и все. Слишком просто. Слишком просто и легко. Так, нам что-то новое учат, ребята. Нажимать на машину, чтобы поменять директорию какую-то. В смысле директорию какую-то? Прикольно. То есть один раз нажал и все. Потом он возвращается, да? Или нет? Странно все это. Ладно, давайте. Пробегаем. Раз, два, три. Эй! Давай, 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 давай. Я должен успеть. Я должен успеть. Теперь туда, да? В смысле? В смысле? Я не понял сейчас. Или я должен нажимать вот так вот? Прикольно. Вот это классная тема. Это уже интересно. Класс. Так, давайте проходим здесь. И прошли. Классно, блин, нифига себе. Мы уже почти, ребята, приблизились к концу игры, а нас обучают все новым и новым фишкам. Классно. Мне нравится, как выглядит вообще этот персонаж. Посмотрите на его глаз. То есть, куда смотрите, он прям туда и смотрит. Он прям движется по нужным направлениям. Так, окей. Если я сейчас... Нет, здесь в любом случае вверх надо, да? Так, хорошо, вижу, куда нужно идти. Ой. Это я возьму. Ой, чуть не задавил меня опять. А, это патроны, я думаю, что это такое? Видите, на военной базе у нас здесь патроны всякие лежат. Оп. И мусорные баки. Ну, конечно же, что может быть на военной базе, кроме патронов и мусорных баков? Что-то я сразу об этом не подумал, да? Мусорные баки, конечно же, конечно же. Так, окей. Ладно, отталкиваемся от этой штуки. Хоп. И сюда притягиваемся. Что это там за звуки такие? Смотрите, сейчас надо будет делать... Хоп, хоп. Ну почти, почти, почти не умер, ребят. Ну прикольно, все равно здесь был чекпоинт. Видите, даже то, что я сделал, все равно получилось, хоть и не получилось, но все-таки я живой все еще. Так, ладно, я могу так забраться. Уже радует. Да куда ты? Я ж на другой shift нажимал, засранец. Но в любом случае мы, наверное, должны сюда как-то забраться, да? Хотя нет, смотрите, в любом случае я правильно поднимался. Не-не-не. А, отлично. Я живой, я здоровый. Забираем все вкусняшки. И ломаем вот эту вот фигню. Я не знаю, зачем туда, там блоб еще один. Мы их не спасаем, ребят. Напоминаю еще раз. Мы просто идем дальше проходить миссию. А, все, что ли? Эх, быстрая миссия все-таки. Довольно-таки быстро прошли. Ровно 20 тысяч очков. Такое возможно? Ну, в любом случае, ладно, продолжаем. О, вояки! Вояки, ребята, на военной базе. Тихо. Готово. Видимо, и вояк сейчас будет. Есть. Отлично. Прикольно, сейчас ровно полетел, вместо того, чтобы лететь под углами. Как обычно мы это делаем. Так, ладно. Я ничего не понимаю, ничего не вижу, ребят. Но, видимо, это вентиляция, да, какая-то? Так, сюда, сюда, сюда. Готово. Здрасте, вояки.
У нее есть какие-то экспериментальные ракеты. Видите, на заднем плане. Нифига себе. Это ракета, которая управляется человеком, видимо. Круто. Так, эти штуки мы должны, видимо, поставить на огонь. Ну ладно, сейчас поставим. Ладно, ладно. Так, отталкиваем эту штуку всю. Эти блоки. Может быть, потом нужно будет их даже съесть. Ну ладно, попробуем сейчас. Хопа. Готово. Вот и все. Отталкиваем. Видите, не обязательно даже все эти блоки скидывать, потому что можно просто перепрыгнуть на, там, не знаю, на два блока, которые там уже есть. Там уже стоят. Так, смотрите, мы должны сначала дойти до туда. Каким образом это будет сделано? Вот таким вот. Ага. А, я ниже ее не могу отпустить, смотрите-ка. Я должен успеть сейчас. Оп. Давай. Да! Сейчас должен поднять всю эту фигню для того, чтобы пройти дальше. Давайте попробуем. Опа! Да, слишком просто. Хотя, может быть... Фух, я уже думал, она сюда сейчас придет. Готово. Так, а как я должен тут допрыгнуть? А, все, допрыгивает, окей. На самом деле, все было проще, чем я думал. Так. Ага. Мне конец. Готово. Сюда. Спрыгивай, 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 засранец. Что так медленно? Я заберу очки. Я заберу это все у тебя. Так. Все, стеночка, прощай. Я прошел. Здесь опять этот уровень. Нестандартно. Я так понимаю, мы должны сейчас увеличиваться, да? Давайте увеличиваться, так уж и быть. Где-то здесь должны быть вкусняшки. А вот и они. Все, готово. Изи. Слишком просто, слишком просто. Полетели! Летать, кстати, здесь довольно-таки просто все равно. Ой, простите. Ой-ой-ой, блин, умер, серьезно? Да. Но там просто, видите, уже слишком далеко улетел. Немножко потерял связь с реальностью. Ждем. Так. Готово. Ой, чувак, я тебя спасу. Отлично. Еее, даже чувака успели спасти в конце концов. Неплохо. А, мы двоих спасли даже. Неплохо. За это, видимо, и получили серебряную медаль. Если я не ошибаюсь, сейчас, ребят, должен быть бонусный уровень. Да, он действительно есть. Мини-левел номер 5. Это что такое? Блин, знаете... Это GTA. Это прям GTA, ребята. Сколько отсылок, да, на всякие старые игрушки? Действительно похоже на GTA, самые первые части. То есть отстроен специально для этой мини-миссии целый город, в котором здесь и присутствуют людишки, которые бегают, всякие здания и прочее. Это очень круто. То есть я считаю, вот такие вот мелочи во многих играх, они очень, не знаю, крутые. Очень приятно наблюдать такие мелочи даже в такой игре. То есть я здесь не ожидал этого вообще увидеть. Так, я вот довольно-таки большой, но все равно не могу съесть, видимо, еще машину даже. Так, где люди-то все? Машина. Да, видите, машина не кушается. До сих пор. Глишки. Прячутся, видите, куда-то от меня постоянно. Эти машины не двигаются. Ой. Танки тоже не едятся. Что странно. Куда-то... Эй, куда-то они пропадают, видите, эти люди. Что происходит? Я думаю, это люди бегают, ребята. А это все-таки ракеты летят, походу. Так, здесь должны быть, значит, где-то. Люди. О, коробочки. Все, наконец-таки. Машины тоже можно теперь поедать. Значит, сейчас машины поедаем, видимо, а потом еще и танки сможем. Эти штуки, кстати, не едятся до сих пор. Видимо, слишком огромные машины попались. О, танки уже, ребят, едятся. Ну все, тогда это изи-бизи.
Так. Готово. Теперь цистерны идем. Все, и медиков. В конце концов, съели еще и медиков. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Надеюсь, вам игра нравится. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шап-канал. Это была игра под названием Tales from Space. Mutants Blobs Attack. Вроде бы так. Спасибо за просмотр. С вами был Лекс, и всем добра.